на фасаде нашего здания мы решили из огоньков в окнах нарисовать сердце. И мы находимся в самом центре города Казани. Наше здание одно из самых трафиковых дорог находится, на Декабристов. И я думаю, что наш сигнал признания любви увидит половина города. Изначально мы думали написать «Спасибо скорой медицинской помощи», но, к сожалению, надпись слишком большая, и поэтому так креативно и символично поздравили надписью «Сердце».